название оставить для курортной прибрежной зоны Гаспы и Карниза. Поэтому, друзья, Мисхорская курортная зона, она тянется буквально от Айтадора и заканчивается она, ну, вот практически около Амурки, вот если так говорить. Место одно из самых теплых, особенно в зимнее время. Гордость местных жителей, что температура зимой всегда на 1 градус выше, нежели в Ялте. То, что летом она тоже на градус выше, они молчат, потому что летом хочется прохлады. Но зимой, действительно, если вы хотите где-то отдохнуть и полечиться, лучше выбирать курорты. Обратите внимание на толщину ствола. Глуповато на отмышку, поэтому сводный брат Ольги, это сын единственный ее матери, первого брата, Яна Сутовичей. Он так любил эту свою племянницу, что впоследствии он завещал ей свое имение Мургудово, которое находилось вот под Хачлака и Си, такой трапецией вниз спускалась, там где теперь территория санатория Горы. Единственный незаписанный список своего отца, он всегда не имеет, и вот здесь он не так записан, только рождение сына. Thank you.
я очень мощная лиана, поэтому когда вы собираетесь ее выращивать, если вы собираетесь ее запустить на забор, то помните, что забор должен быть тяжелая, что забор прям металлический должен быть очень устойчивый. А если сажать здание, то в любом случае давайте. Хотела бы представить вам сосну приморскую как один из видов наших дикорастущих, который встречается небольшими ареалами. Вот. И, конечно же, друзья, сосны – это, с моей точки зрения, самые красивые деревья. Когда попадают наши чистые сосняки, вот вы пойдете бочком, что-то соберется на следующие выходные. Чем чаще я оказываюсь вот в этих больших, красивых, чистых сосняках, тем больше я понимаю Шишкин, что он все время рисовал их. Раньше у меня было такое мнение, я думала, что он вообще ничего рисовать не умел, что он все время сосны-то эти рисовал. А когда ты попадаешь в эти чистые леса, напоенные вот этим потрясающим сладко-ладанным ароматом, то уходить оттуда не хочется. Сосны все выделяют смолу, друзья. И смола многих видов сосен очень ароматная. Ладан же очень дорогое вообще вещество. Альбанум – старое название, получают его из террасы деревьев Аравии, и он и сейчас стоит недешево. Поэтому на Руси, особенно в северных монастырях, церквях, его экономят. Имеет очень гибкую, такую светлую корову. Так вот, друзья, ива растет у нас повсеместно, во всей России, наверное. И вдруг вы окажетесь в каком-то таком глухом углу, и случится с вами лихорадка или простуда, и не будет под рукой лекарств. Вы берете кончики молодых побегов и снимаете корову. Вам нужно набрать столовую ложку этой коры без бурки. Заливаете стаканом кипятка, настаиваете минут 30 и выпиваете. Это, друзья, небольшая таблетка аспирина. Thank you.
найдено этого растения Малая Азия, а старое название Малая Азия – Иудея. Отсюда закрепилось и название. И хотя цветки очень похожи на цветки бобовых, это семейство цезальпиниевых, родственное, но все-таки другое. Связывают с ним легенду, что якобы, когда Христа распяли, Иуда, раскаявшись, повесился на этом дереве. А дерево, оскорбленное его выбором, каждый год именно в этот день покрывается сонмом пурпурных цветов, желая как бы исторгнуть его кровь из себя. Ну, подобное рассказывают в России про осину. И вот осина, друзья, она пострадала совершенно безвинно, по воле и прихоти переводчика. Почтовой станции, соответственно, должен был быть фонтан. И когда мы по этой дорожке пройдем, вы увидите этот старый фонтан, уже давно без воды, разрушенный. Фонтан Лилия назывался он, и еще читаются наверху следы этой красивой лилии. А самый симпатичный исторический такой знак с тех времен – это вот эти потрясающие крупные старые розы Банкса белого цвета, потому что граф Воронцов пишет тогдашнему директору Никитского сада: «Прошу вас, Николай Андреевич, это Гартвис уже, отпустить роз для создания аллеи, украшившей новую почту в Мескоре, в Нарышкино». Каштан-палью с бурыми цветками скрестились с каштаном конским обыкновенным, с большими, то получается
получили ту форму с ярко-розовыми большими соцветиями. Правда, почему у него название «Каштан Кошки» мясо красное, я до сих пор не знаю. Но официально называется так. Чешме. Слово фонтан недопустимо с моей точки зрения применять, скажем так, к источникам, которые крымско-татарские. Но это французское слово. Ну какой фонтан, друзья? Они называли это чешме. А чешме, если буквально перевести с тюркского, око земли. Друзья, культура водопользования крымских татар на высочайшем уровне была. Они искренне считали, что человек, который привел воду откуда-то из леса, тропе или дороге, где ходят люди, оформил в виде источника, поддерживая или привел линии, ему будут прощены после смерти цели. И самое великое почитание умершего человека, если в его честь строится чешуя. Не какая-то сцена, не какой-то памятник, а оформляет родник. И обычно у них всегда есть вертикальная стенка, откуда вытекает вода. На вертикальной стенке они, ну, как-то скромно имели украшения. Как правило, на границе этого мраморной таблички вырезали какие-нибудь слова, вот эта табличка «Китап». Она имела обычно какой-то густивший с Кораном, а там написали «Фрагментов вода» или там «Кто это чешме, кто же на стенках, память о каком-то событии, память о каком-то человеке, возьми представленную воду, ей не более 100 десятков. Потому что мы почти от современной трассы на Севастополь и вот туда до моря. Филипп Хельстер Сумароков-старший, супруг Зинаиды Николаевны Юсуповой, он, друзья, увлекался Севастополем. И по воспоминаниям его сына, который был самым страшным фрицем в России, отменный русский человек, он не учил никого даже. Но что удивительно, впервые вообще для аристократа, аристократа такого уровня, Филипп Селестович старший, вдруг заказывает ему Амандусу Адамсону. Он лечил, друзья, в одном из лазаретов, который открыли Юсуповы свои деньги в начале 20 века, туберкулез. Ну, тоже был болен туберкулезом. А так как он скульптор, то, конечно, Юсупов его привлёк для украшения собственных парков. Он заказывает вот тематику крымско-татарских легенд. Мы видим с вами девушку Арзы около любимого родника. Она выходит замуж, у нее прекрасный день, но она просит родителей отпустить ее попрощаться с любимым источником. И вот, друзья, здесь ее подкарауливает злой Али-Баба, который приторговывает живым товаром, увозя через море в Турцию. 263 километра на Стамбульском рынке. Есть лодочка Филюха, договорились с пограничниками, прямо сейчас ушли. И вот он ее украл около этого источника. Она была невероятно хороша собой, и она становится любимой женой султана.